Марка Datsun прекратит производство на двух сборочных площадках из трех. Завод в Индонезии, где собирали микровены Datsun Go Plus и кроссоверы Datsun Cross, уже остановлен и закрыт. При этом марка полностью покинет рынок этой страны. На очереди Индия, где гамма состояла из хэтчбеков Go и Ready Go. Вслед за этими странами без Datsun'ов останутся Непал и ЮАР. Выпуск машин под возрожденной маркой сохранится только в России. У нас, напомним, седан Ondo и хэтчбек Mido сходят с конвейера АвтоВАЗа. Останавливать производство российский офис Datsun не планирует. Однако запуск третьей модели кроссовера на базе Renault Duster забуксовал, а рестайлинг седана Ondo оказался очень скромным. Компания Hyundai изменила условия гарантии на Крету и Солярис. На этот факт обратили внимание журналисты авторевью. Базовые параметры остались прежними. На автомобиле по-прежнему действует поддержка сроком 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Однако теперь в этом правиле появились исключения. Шаровые подвески и рулевого управления, сайлентблоки, ступицы колес, а также их подшипники теперь покрываются гарантией на протяжении 5 лет или 100 тысяч пробега. Еще меньший пробег, 70 тысяч или 5 лет, установлен на амортизаторы, их опорные подшипники и опоры стоек. Новая гарантия на стойки стабилизаторов 5 лет или 31 тысяча километров. Рассчитывать на бесплатную замену каталитического нейтрализатора и системы выпуска теперь можно только 3 года или 100 тысяч километров пробега. Для ясности, на все перечисленные элементы раньше действовала общая гарантия.